Я считаю, что увольнять людей это хорошо. Команда, которая не увольняет людей, обречена на поражение. Команда должна увольнять людей. Другой вопрос, с какой периодичностью, каких людей, по каким правилам. Если в команде нет увольнений, если там нет выхода, то она начинает деградировать. Вопрос в том, как увольнять. На каких основаниях? Можно увольнять, опять же, субъективно, когда менеджер сам решает, когда уволить человека. И вот, так сказать, волюнтаристки, кто, не знаю, там, кондиционер включает слишком часто, кто слишком часто выключает и так далее. Это первый вариант. А второй вариант – это выработать некую систему правил, по которым люди будут уходить из команды. Метрики могут быть разные, но это, эти метрики должны быть где-то прописаны. Должен быть какой-то формуляр, какой-то свод правил подавляющем большинстве компаний такого формуляра нет. Никто вам не скажет, придите вы в Google и спросите, при каких условиях меня отсюда выгонят. Ну, все посмеются и поулыбаются в ответ на такой вопрос. Никто вам такую формулу не даст, к сожалению.